Повзрослевшая самая красивая девочка в мире Тилан Блонда. Французская модель и актриса Тилан Блонда стала известна еще в 4 года, когда ее родители, актриса Вероника Лубре и футболист Патрик Блонда, отвели ее в модельное агентство. С ранних лет она начала участвовать в фотосессиях для модных журналов и выходить на подиум, показывая наряды известных кутюрье. За природное очарование Тилан стали называть самой красивой девочкой в мире. Сейчас Тилан 15 лет, она продолжает работать моделью и не так давно приняла участие в Парижской неделе моды. Отвечая на вопросы журналистов по поводу планов на будущее, юная модель не стала ничего загадывать, а просто сказала: «Сейчас я поеду домой, отдохну и вернусь в школу». Тилан Блонда в детстве и сейчас в наше время. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Слепа конца.